На конкурс дети читают стихи. Город Омск. Детский сад номер 279. Греков Алексей, 6 лет. Джек Алтаузен. Выбежала девочка из дома. Маленькая, в мамином платке. Старенькие валенки знакома. Весело мелькали вдалеке. Куклу на салазках покатала. Черную собачонку в ворот. Долго по ребячьи лепетала. Рукавичку и сувала вон. Топая по тропке возле дома. И шептала причин за крыльцом. Я с тобой, собачка, не играю. Ты чего смеешь на лицо? Бегала то к дому, то в сарай. Щечки на морозе расцвели. Вдруг, пустя по снегу, незнакомо, злые люди к дому подошли. Вытащили все, что было в доме. Даже карандашка и тетрадь, ту, которую девочка любила, ласточек для мамы рисовали. Вынесли подушки и корзины, все же в детских трусиках цветные. Такие были образины, лютые и жадные у них. Разбросали карточки по дому, снимки, что в альбоме переклись, а потом зажженную солому равнодушно к дому понесли. Зазвенели выбитые рамы, пламя полыхнуло через край. Раздался хриплый голос мамы: «Доченька, любимая, прощай!» Черным дымом крыша вся покрылась, вспыхнул клен, что остыл вдалеке. Губки задрожали, покатилась крохотная слезка по щеке. «Мамочка, мамуленька родная, посмотри, сейчас расправлюсь я с этим, на котором шерстяная вязаная кофточка твоя!» Кулачонки маленькие жало, сердце быстро прыгало в груди, крыша к фашисту подбежала и сказала снова: «Уходи!» Был он длинный, грязный и плечистый, но он молод, жаден и жесток. И сорвал он с девочки пушистый, теплый, мамин, ласковый платок. Волосенки ветром растрепало, слезы стыли за самых век. Треснул выстрел, девочка упала, личка куносом прямо в снег. В то утро мы в окопах были, и рванули точно в срок. И атакой не отбили.